берег Каспийского моря, там вдали вот плавают лебеди, здесь чайки дерутся за хлеб. Вот тут тоже чайки. Здесь вот какие-то, можно сказать, красные водоросли. И чайки. Вот тут плавают два селезня и две уточки. Вот, утки. И рядом вон лебедь серый. Каспийское море. Город Ахтал. Пасмурная погода. Уточки от меня вот уплыли, и лебедь уплыл от меня. Там вдали вот такой крутой скалистый берег, на котором особняки крутые такие. И вот летают чайки вида мартын-крикун. Есть еще бакланы, они крупнее. Бакланы сидят на том, на той пристани. О, лебедь плывет сюда. Снова назад. Кусочки поплыли вот туда. На, вот тут селезень плавает. Селезень — это самец утки. А те лебеди, группа лебедей уплыла вот туда. Они кормились вот там. Потом что-то бухнуло. Они, наверное, подумали, что это выстрел, и уплыли. Вот такие вот сюжеты на Каспийском море. Пасмурно. Вдали вон корабли на рейде. Волны набегают на берег. Я стою на камнях.